Всех приветствую. Не так давно в StayForge было установлено обновление 24 сентября. И в этом обновлении запустили новую акцию под названием «Проект Лабиринт». Ну, как обычно, я зашел на форум глянуть там, что за призы. Ну, призы были вообще нормальные. Это реликвии, да, для адептов были на первом круге. 4 штуки. Также на 1000 очков прогресса был Кроу Страж, который одновременно является новым персонажем в Skyforge Royal Battle и также является рыжим адептом в основной игре Skyforge. На 2000 прогресса был силовой доспех Ранец, ну то есть прыжковый Ранец. Ну как обычно, я решил зайти посмотреть в комментариях, что там интересного. Я смотрел на комментарии и наткнулся на такой комментарий от Сани Маркоса. Такой вопрос: что если открыть новый класс за валюту Skyforge Battle Royale, в акции как-то заменится награда? Если да, то на какую? Если нет, то получится очень жирный промежуток между наградами. И Дагарик, который является игровым экспертом, ответил, что в этом случае нам выдадут награду 12 каргентов и рыжий адепт. И у меня сразу в голове образовался план. Они зафармили мне 12 каргентов взять, открыть в этой акции. Дайте в акции до 1000 прогресса, оставить этого адепта на потом. Затем зайти в Skyforge Royal Battle, нафармить вручную нового перса, затем проверить вот это вот, так правда это является или нет. Итак, можно сказать, челлендж начинается. Я буду играть вот за этого перса. Нужно сходить в бой 50 раз за него. За каждый бой мне нужно заплатить на один матч 500 жетонов короля. Добывается она также в королевской битве. За аргенты брать я не буду. Буду брать только за жетоны короля. Ну, так как говорится, старт моего челленджа. Отчет дан. We'll be right back.
Итак, наконец-то я открыл стражника. Сегодня 3 октября 2018 года. Дело осталось за малым. Дотыкать акцию до 1000 прогресса. Взять стражника, заюзать и посмотреть, что дадут. Ладно, до следующего включения. Та-дам! Итак, акцию я прокликал. Стражник получен. Внимание! Барабанная дробь. $12,500. Вот таким вот хитрым способом получилось у меня нафармить 12500 аргентов. Также, после того, как я заюзывал эмблемку Стражника Кроу, одновременно открылось еще закрытых два окраса. Это зеленый окрас вот такой открылся. И фиолетовый окрас открылся. Но это типа женский вариант Стражника Кроу. И вообще, Стражник Кроу мне очень понравился. Раньше, когда имбой был Кер, я начал открывать сразу Кера. Но затем, когда я его открыл, его там что-то частично порезали, да и что-то сам он мне не очень понравился. Но вот Стражник Кроу прям топчик. Также сейчас посмотрим самого адепта Кроу и его статы. Статы у него неплохие. Интеллект, восприятие, мудрость равны 7. Ловкость и харизма 8. А телосложение 9. Теперь придется какого-то адепта выгонять. Блин, тут уже не остается нормальных адептов. Вот этот вот с акцией. Это тоже с ивента был. Это тоже с ивента. Вот этот с ивента адепт. Получается, сколько тут? 1, 2, 3, 4. 4 адепта с ивента. А нет, 5. 5 адептов у меня с ивента. И обычных 1, 2. И 4 обычных. Придется кого-то одного из них выгнать. Но вот как-то так. Мой челлендж подошел к концу. Удалось не только прикольно поиграть новым персом в королевскую битву, но также одновременно нафармить 12500 аргентов. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Всем пока.